Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 74, тема крещения. Если бабушка крестит детей, несмотря на то, что в селе есть священник и храм, действительно ли такое крещение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нужно найти ее и предупредить, чтобы отныне этого не делала, иначе она будет отлучена от церкви, а крещение ее, как отлученные от церкви с этого времени, будут признаны недействительными, и об этом всех уведомить. Такие дела нужно гасить до возникновения пожара самовольства и самовластия. Исход 30.33. Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. Исход 30.39. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душа та истребится из народа своего.